Кто-то обещает. В свою очередь, Василий Хуев тоже дал слово, что подобного на своем участке больше не допустит. И нет поводов не верить ему. Слово Василия – это слово за действительную работу. Его напарник незаметно взял штраф из кармана задержанного, после чего Василий на месте завел уголовное дело. Обвиняемого доставили в Багор-Горсуд. Теперь его судьба будет решаться там, уже без участия милиции. Ну, в этой ситуации мы просто наша...